Ну что, друзья, всем привет! У нас с вами новая модель, очень необычная. Я думаю, даже многие не знали или не знают о существовании вообще таких кранов. Вот, у нас вантово-мачтовый кран, масштаб 1:87 выполнен. Вот, собственно, сначала, почему вантово-мачтовый? Потому что у него несущая основная конструкция мачта и ванты натянуты, в данном случае сделана такая вот имитация, которую данную вертикальную мачту держит. Поэтому у него получается поворотная часть, она внизу находится, сверху ванты прикреплены, здесь тоже часть поворотная. Стрела у него опускается, поднимается, гак. Лебедки у него расположены вот так вот в отдельной части. Полоса здесь просто выполнена для лучшего, ну, коннекта между вот этой вот частью, где лебедки, и самого крана. В реальности, разумеется, такого нет. Но все-таки здесь модель, делаем такие некоторые условности. Вот такой вот кран. Такие краны, они вообще в реальной жизни существуют. Они выполняют либо ставится временно для монтажа каких-либо технических элементов и сооружений, могут стоять в карьерах. Их функционал немного ограничен, потому что они, как правило, стационарные и не всегда могут работать на 360. В принципе, могут, но не всегда. Ну, иногда это, в принципе, просто от них и не требуется. Вот такая вот необычная моделька получилась. Здесь у него также вот все механизмы, в принципе, работают. Он... Стрела складывается, ванты убираются, можно его перенести. Вот. Я думаю, очень прикольная такая необычная модель получилась. Не знаю, какая это именно модель, потому что был просто чертеж, что это вантовый мачтовый 16-тонник. Вот, я его, получается, сделал. Вот такой вот заказали. Поэтому тут однозначно лайк за такую необычную модель.